Дня в Горилл Атак вышло очередное обновление, которое в этот раз изменило игру до неузнаваемости. Мне самому уже стало интересно, чё да как, поэтому давайте смотреть. Нам вернули Пейн Браул, да. У нас больше нету амбуша. Брали акулу, да и в принципе как-то пусто стало кругом. Я вот здесь, пожалуй, остановлюсь. Мне не сильно хочется поворачиваться назад, но... Ё-моё, это что такое? Что это? Почему это выглядит как какая-то фан-игра? Чё они сделали Сити? Они угробили Сити. Чё это за текстура в плитке из Волмарта? Мода этой недели. Какое-то всё странно. О, халява. Мне нравится вот эта стенка, она очень красивая. Они закрыли второй этаж опять. Ну ё-моё, какие-то гитары. Ну хотя бы зеркало старое, чё могу сказать. Давайте примерим новые DLC. О, сюрикенчик. Чё? Нифига себе. Блин, это классно. Так, покупаем халявку. Халявка. Ура! О, магад! Они сделали красоту, посмотрите. Ладно, мне нравится Реванш Сити. Теперь мы видим Метрополис, вот эти здания. Ракета, которая почему-то прям на доме стоит, бедные жители, кто живет. Особенно вот в этой квартирке, ё-моё. Прикиньте, вы такие спите, просыпаетесь от того, что над вашим потолком взлетает ракета. Фиг знает куда. Мне было бы неуютненько. Очки. Ну, очки на месте, ё-моё. Что-то вот я как туда подошел, там аж лагать начал. Новые трубы, которые чуть-чуть не касаются стены. Бочки тоже новые. Ну, благо паркурчик у нас старый, а это чё? Мне же не показалось, да? Ой! Ой! Сити... Ну, Сити красивый стал, что могу сказать? Ладно, мне нравится, да. Я беру свои слова назад, мне очень даже теперь по душе, как он выглядит. Так как... Ну, Сити теперь не просто Сити, это прям... Я не знаю. А это я не видал почему-то. И, кстати, меня напрягает одно. Где подвал? А, подвал на месте. Стоп, это новая карта? О, третий... Посмотрите, как он выглядит имбово. Третий этаж, это же просто сколько тут снять можно всего. Да и второй тоже. Вау. Это выглядит офигенно. Они поработали над освещением, наконец-то. Здесь пусто, здесь тоже пусто. Ё-моё. А как тут ходить? Это теперь как будто, ну знаешь, как-то... Ё-моё, тут все обвалилось. А этот дом как стоял, так и стоит. Хотя он вообще перекошен наполовину. Он упасть должен вот сюда. Вау. Это красота. Чё это за уродство? Мне нравится здесь больше всего то, что видно горы с маунтейнов. Это просто потрясающе. Так, ну я хочу на третий этаж попасть. Как-то, а как? А, дырка в стекле все та же. И табличку пониже сделали. Ё-моё! Это красота. Это красотища просто. Мне нравится. Мне нравится все. Ё-моё. Это выглядит просто офигенно. Вы представьте, сколько здесь всего снять можно. Здесь столько идей сразу в голову приходит. Вау, третий этаж. Маска. Да. Вау. Это офигенно. Чё, идем? Вау, а как? А, проход есть. Офигенно. Пуфики! Ура! Пуфики! Чего? А это бесплатно, я надеюсь? Автомат! Ой-ой-ой, я надеюсь, это бесплатно. Оно не работает. Так, а чем бить? Ладно. Рукой будем. Справимся как-нибудь. А! Бейся! А, жуков нельзя трогать! Блин, мне нравится, я давно в таких местах не был. Level complete. О, тут по уровням. Давай, погнали. Сейчас разнесу просто.
Все, я проиграл. Ну и ладно. Все, выходим отсюда. Хочу тут долго задерживаться, потому что это слишком круто. Я боюсь, что весь видос будет только о аркаде. Вау, этот туннель выглядит классно. Ну-ка. Ема, он длинный стал. И прям в иглу. Это офигенно. А тут завалило все. Скажи мне, что они не тают. Скажи мне. Да, они не тают. Маунтейны не тают. Ура. Они не тают. Чё они сделали в секрет или просто? Это... Потому что это обновление, наверное, самое масштабное, которое я видел за всю свою игру в Гайо Так. Ну вот они, мои любимые чистые маунтейны без всякого хлама. Ну блин, они не вернули одну гору. Это не круто. Верните сюда гору. Как было в 23-м году. Обзор косметики, погнали. Футболка, очки. Вау, футболочка, еще футболка. Футболочка. Какая-то штука. Вау, шоколадное молоко. Клубничное молоко. Так, вот такой шлем. Консерв... Бабун. О, зона для флэшбэка. То есть теперь у нас все в магазине будет. Ема, это вообще классно. Не, ну это просто офигенно. Я в шоке, честно говоря, просто. Я в шоке. Больше мне нечего сказать.